Интересно, как там будет вечности. 24 сентября в 17:00 в христианском культурном центре города Нижнего Новгорода пройдет благотворительный концерт «Ты дал мне крылья» христианской певицы Радмилы Спивак. Концерт приурочен ко дню рождения Радмилы, но она использовала его как возможность воздать славу Богу и помочь нуждающимся людям. Поэтому на этом концерте мы все вместе сможем помочь 8-летней девочке Саше, которая в связи с тяжелой болезнью нуждается в срочной реабилитации. Каждый из нас может стать каплей в океане добра и любви и помочь девочке обрести крылья счастья. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Приходите всей семьей и с друзьями. Радмила и ее команда порадуют вас своими премьерными песнями. Концерт организован местной религиозной организацией «Церковь христиан-адвентистов седьмого дня Нижняя» города Нижнего Новгорода при поддержке телекомпании «Три ангела». Оказать помощь Саше можно по телефону ее мамы, которую вы видите на экране.